Для изготовления гоночных лыж используется метод так называемого компрессионного формования, при котором компоненты соединяются под воздействием тепла и давления. Сначала управляемое компьютером лезвие вырезает обратную сторону лыжи, скользящую поверхность. Она изготавливается из собранного заранее ламинированного стекловолокна и полиэтиленового термопласта, материала, устойчивого к трению. Материал заливают в нижнюю половину формы, после чего приклеивают стальные края для сцепления. Этот спрей быстрее высушивает клейкое вещество, после чего можно наносить клеящую основу, эпоксидную смолу. В заднюю часть вставляется резиновый амортизатор. Затем конец укрепляется поворотным протектором. Деревянная сердцевина изготавливается из осины и березы, склеенных вместе. Затем следует слой стекловолокна, заполненного эпоксидной смолой для дополнительной прочности. Деревянная сердцевина теперь заключена между двумя слоями повышенной прочности. В качестве украшения на поверхность наносится пластиковая пленка с рисунком по шелкотрафарету. Теперь, когда все это уложено в нижнюю часть формы, слои зажимаются, чтобы предотвратить смещение. Затем форма попадает под пресс, где нагревается до температуры 85 градусов. От этого смола начинает плавиться, застывая через 15 минут, в зависимости от толщины лыжи. Здесь срезаются лишние края. После этого бока затираются шкуркой для придания округлого края. Скользящую поверхность обрабатывают на точильном камне. Это делается только для профессиональных моделей. Другой способ изготовления лыж называется реакционно-инъекционным формованием. Вначале верхний слой лыж из стекловолокна и эпоксидной смолы помещается в форму. Затем туда закладывается скользящая поверхность, сделанная из ламината и полиэтилена с подкладкой из высокопрочного материала. Но вместо деревянной сердцевины этот пресс заливает внутрь сверхэластичный пластик. Всего за 3 секунды заканчивается стадия впрыска и начинается фаза расширения. Это наглядная демонстрация того, что происходит внутри. Сначала полиуретан раздувается, затем застывает. Через 8 минут он достаточно застыл, чтобы его можно было извлечь из формы. Лыжу выдерживают в течение 8 часов, после чего она имеет достаточную прочность, чтобы выдержать вес лыжника. Теперь три компонента – верхний слой, полиуретановая сердцевина и скользящая поверхность – единое целое. Затем лыжа поступает на отделку. Вначале выравниваются края, после чего скользящая поверхность обрабатывается шкуркой. Вдоль нее вырезается желобок, который придает лыже продольную устойчивость. Осталось лишь нанести рисунок. Вначале наносится цвет фона. Это быстро сохнущий лак на растворимой основе. Рисунок наносится вручную, по одному цвету, за раз, посредством шелкотрафарета. Типичный рисунок состоит из 5-7 цветов, включая фон. Чтобы цвета были ярче, их покрывают прозрачным слоем защитного лака. Теперь, когда лыжи отлично выглядят, вы можете одеться им под стать. Удачи!